Здравствуйте, мои дорогие друзья! У меня зацвела вот такая красавица-розочка. Rhapsody in Blue. Рапсодия в голубом, как у Гершвина. Очень красивая. Посадила я ее в прошлом году. Но сегодня разговор не о розочках и даже не о калах. Хотя они очень хорошенькие. И выпускают бутончик за бутончиком. То есть цветочек за цветочком. Сегодня я хочу поговорить о том, как черенковать флоксы. Я вот обрезала, у меня такой бесподобный букетик получился. Вот, но теперь нужно нарезать череночки. Я это тоже сделала. Вот такие череночки я сделала. Нижние листья я посмотрела в интернете, нужно обрезать, а верхние оставлять. Ну, вот таких череночков я наделала. Вот. И еще я хочу вот эти оставшиеся цветочки вот так воткнуть в землю и просто на удачу посмотреть, что из этого получится. Потому что когда остатками пасконника я замульчировала эхинацею, здесь были цветочки, но они вызрели и стали семенами. Но может быть так умеет только пасконник, может быть флокс так не умеет. Вот мне очень интересно посмотреть, как бы все равно эти цветочки только выбросить, которые остались. Вдруг не только пасконник, ну, например, и флоксы завяжут таким образом семена, еще и посеются. Но это такая вероятность очень маленькая. Но все-таки мне интересно, чем это закончится. Ну вот, череночки, которые я раньше, вот я обрезала уже такие полузасохшие, я вот так поставила под PET-бутылку. Ну, для того, чтобы они укоренились, должно пройти не меньше 3 недель. Это не быстрая история. Вот через 3 недели посмотрим, что-то укоренилось или ничего. А у меня распускаются клубневая бегония, цветочек за цветочком. И вот там есть бутончики. Очень хорошо цветут стрептокарпусы. И на удивление прекрасно себя чувствуют бегонии. Сегодня мое видео будет коротким, пойду заниматься флоксами. Всем удачи и здоровья!